Всем привет! Хочу оставить свой видеоотзыв о своей покупке из интернет-магазина Номи 24. Это гель-лак Gela Color. У меня есть два примерчика. Такой вот мягкий розовый, я бы его назвала пудровый цвет. Такой пудровый розовый. Он у меня нанесен в два слоя, то есть в классическом и под матовым топом. Красивый нежный цвет. И сейчас я покажу консистенцию. Это Gela 07, 10 мл объем, производство Великобритания. Итак. Такие они довольно плотные. И покажу, как наносится. Можно, конечно, попробовать и в один слой, но в два он более насыщенный. Так, сейчас он чуть самовыровняется. Вот так вот он выглядит в один слой. Он слегка полосит, но со временем он выравнивается. Все-таки лучше в два слоя. Мне больше нравится. Сушу я его в LED-лампе тонкими слоями, поэтому по 30 секунд. Итак, время прошло. И так вот он выглядит в один слой, вот так вот в два. Можно пробовать и в один, и в два слоя. Мне в два слоя нравится больше, он более насыщенный. Ну, так он более такой нежный. То есть все, как вам больше понравится, так и пробуйте. Красивый оттеночек, нежный, такой ненавязчивый. Сейчас как раз вот для весны, для лета. Такой очень хороший оттеночек. Мне понравился этот гель-лак, поэтому я рекомендую вам его попробовать, и вы обязательно останетесь довольны. Всем большое спасибо за просмотр. Кстати, носится он хорошо, дружит с разными базами и топами, но... Как я говорю, всегда нужно, чтобы была хорошая база и топ. А гель-лак это уже то, как вам комфортно с ним работать, как он наносится, нравится вам цвет. Поэтому такой вот красота. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!